Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и мы продолжаем изучать черепашек-ниндзя в Injustice 2. И сегодня у нас гайд по Рафаэлю. Итак, изучаем его приемы. Назад вперед 3, кано-шар, его можно усиливать, больше урона получаем. Вниз, назад 3 в воздухе, это оверхеды, можно усилить прием. Также вниз, назад 3, это оверхед, и при этом еще может быть кроссапом. Есть, получается, ближняя версия, вниз-назад 3, держать назад, средняя, вниз-назад 3, и дальняя, вниз-назад 3, держать вперед. Также выводит на комбо, если усилить. Конечно же, Рафаэль умеет прятаться в панцирь, вот так. Это защищает его от зонинга. Да, давайте посмотрим. Раз, два. Давай, раз, два. А усиленная версия этого приема позволяет уворачиваться от атак. Раз, два. Раз. Даже от атак по ногам спасает этот прием. Также у Рафаэля есть парирование ударов. Вниз-назад два. Отбиваются удары высокие и средние, но не отбиваются удары по ногам и удары в прыжке. Также, если это, допустим, какой-нибудь ударный спейшл, как я понял, ударный прием, он тоже отбивается. Давайте проверим. Смотрите. Оп. Можно усилить. Тогда урона будет больше. И давайте теперь попробуем спешл. Вот пусть Супермен сделает спешл. Раз. Два. Раз. И он тоже отбивается. Это удар высокий, да? Видите, он спокойно отбивается. Также Рафаэль это черепашка агрессивная, поэтому он умеет злиться. Вниз вперед 2. У нас появляется значок Сая. Всего 5 значков, да? 5 Саев. Если мы злимся, и у нас накапливается, получается, злоба, очки злобы. И мы можем нажать на силу. При одном сае получается у нас 2 удара. 2 сая — это 3 удара, 3 сая — 4 удара, 4 сая — 5 ударов, и 5 саев — это 6 ударов. 6-ударная комбо получается. Можно применить метр, и тогда сразу 2 сая появятся при вот этой вот злобе, да. И смотрите, это не все. То есть вот эту комбинацию из 6 ударов, да, или из 3, или, ну, в зависимости от того, какой уровень злобы, можно усиливать. Усиливать можно только если 3 сая, то есть 4 удар усиливается. Смотрите, 1, 2, 3, нажимаем метр, усиливаем, и мы можем делать комбо, видите? То есть выводится на комбо. А лучше, конечно, усиливать либо когда 3 сая, либо когда 5. Потому что вот 5 удар мы будем усиливать. 1, 2, 3, 4. Вот видите, немножечко вот тут можно комбо дропнуть просто. А когда саев 5, это 6-ударная комбо. 1, 2, 3, 4, 5. Улучшаем. Тогда урона будет побольше. Да, видите, урона много довольно-таки получается. Далее. Далее комбинации. Вперед 1-1. Удар снизу. Вперед 1-1-2. При этом мы можем вот эти вот... Это вот комбо, да, со злобой. Мы можем, видите, совмещать с обычными ударами. И получается очень даже неплохо. Красиво получается, да? 2-1... Вверх 3. Комбо не продолжается, если сделать последний удар. То есть, если, допустим, вместо последнего удара можно сделать спешл, да? Есть у Рафаэля очень классный кроссап. Назад 1, 2, 3. Он оказывается позади противника и бьет по спине. Последний удар не комбинируется. Вместо него можно, например, сделать кано-шар. Тогда урона будет побольше. Ну, или удар панцирем, да, оверхед.
Хороший комбо эндер, кстати, да, в завершении комбо можно использовать эту комбинацию. Что интересно, смотрите. Даже если противник ставит блок, мы все равно оказываемся позади. И это обманное движение, по сути. То есть такая хитрость. Такая получается хитрость. И, в принципе... А, еще оверхед. Вперед 2. Вперед 2, 1, 3. Оверхед, средний удар и два нижних. В принципе, неплохой миксап. Вот после него как раз-таки вот наша вот эта вот комбо, даже вот, допустим, 3 сая. Теперь давайте сложим эти комбинации и получим вот что-то такое. 2, 3, подбросили. 450 урона. Ну, вообще неплохо, по-моему, получается. Очень неплохо. Супермув смотрим. И еще есть оверхед. Комбо с оверхедом назад 2-3. Вот так. И 2-1-3 мы уже смотрели. 2-1 вверх 3. Но есть еще другая версия. 2-1 вниз 3. То есть это удар по ногам. В принципе, и все. Теперь давайте сразимся. Да, с компьютером потренируемся. Так. Психосай. Пусть это будет красный колпак. Сложный уровень сложности. Прикольно, да, увернулся от его атаки так. Поехали, давай. Сейчас мы будем... Вот, кроссап. А теперь... Давайте злиться, злиться будем. Опа! Опа! Комбо. Красиво. Видали, какая мощь? Вот это жестко. Так, пока он не дошел, мы злимся. Давай. Атакуй. Заблокировали ногу. Отлично. Классный захват, да? Злимся. Тихо. О, он тоже начал злиться, да? Я понял. Давай, оверхед. Заблокировал это суперка. Успел, хорошо. Так, так. Пошла комба. Воу. А, видите, он оверхед-то не заблокировал. Красиво получилось, классно, классно. Но Рафаэль, как я понимаю, персонаж сложный. Потому что вот эту вот злобу пока накапливаешь, противник же не будет просто стоять и смотреть, он будет драться. В этом-то и сложность. Называй меня красным колпаком. И потом он, Рафаэль говорит что-то про доставку боли. Да, Рафаэль дерется очень больно, это да. Let's go. Так, можно, в принципе, во время... Вот после комбинации вот эту вот злобу делать, да? Ага. И вот в этом-то и сложность. Я же говорю, вот в этом-то и сложность. Опа! Видали, он в контратаку попал. Тихо, тихо. Броня, броня, друзья. Так, удар шаром. А здесь, в принципе... Хитер, хитер. Может, даже и победит. Нет, удар по ногам. О, как удачно. Так, давай. О, сейчас... Пам-пам, и поехали. Усиление. Комба. Да ну. Не-не-не, я поставлю... В смысле? Он как вот отбился так?
по ногам попал. А знаете, что это значит? Я буду злиться. Вот что это значит. Контр. Контратака нет, не прошла. Come on! Тихо. Контратака. Опа, хорош. Ну все. Уверенно мы побеждаем красного колпака. Давайте теперь выберем другого какого-нибудь бойца против Рафаэля. Так. И пусть это будет... Ну, тут же, допустим, Darkseid. Сложно. Так. Где мы будем сражаться? А давайте здесь. Лечебница Аркхэм. Ну, конечно, Рафаэль крутые комбо делает. И урон неплохой. Типа, сдавайся, или... Или встретишь смерть. Let's go, так. Вот это он меня перебил, конечно. Шар? Зря. Let's go. Накопил ярость. Но я пропускаю удары. Опасно. Красавчик хороший, да, был сейчас? Тихо. О, вот это больно. Давай, поехали. Ты что делаешь? Вот это, смотрите, как он меня обманывает. Он это парирование обошел. Умён. Так, хорош. Слушай, ты меня что, победить вздумал? Я не понял. Come on! Давай, come on! Поехали! Он все комбо испортил. Сколько? 15%? Я злюсь, поэтому... Захват! Я же контратаку использовал. Тихо. Контратака. Вот и все. Хитрый думал. Нет, Рафаэль хитрее. И злее. Давай, сейчас второй еще бой проведем. Apocalypse demands your service. Gambling with a losing hand, dude. Darkseid's will is to be obeyed. Begin. Darkseid всегда такой важный. Нормально. Неплохо. Усилили. Захват. И злость. Злость. Ага, хитрый, да? Смотрите, куда. Он действительно хитер. Хорош, наказал. Вот это я зря, по-моему, да? Слушайте, что он делает? Он меня что, победить решил? Ты чё? Опа! Это уже плохо. Он меня сейчас победит. Так, хорошо. Оп-оп. Я... Прикольно. Тихо. Я так могу проиграть.
Да. Слушайте, я могу проиграть. Вот это он хитер. Нет. Давай-ка тогда еще сразимся. Мощный Дарксайд, да. Но ничего. Попробуем еще раз. Попробуем поагрессивнее. Это ж Рафаэль. Surrender to Darkseid or face death. Let's just see who taps first. This is no way to please your master. Begin. Давай, поехали. А, я когда прыгаю, он... Видите, что делает? Come on. Сейчас я просто супер агрессивно. Хорош. Come on. Ну да, он, видите, силен. А, не попало комбо. Захват. Где-то я такую тактику уже видел. Тихо-тихо. Опять захват. Да что ты будешь делать? Зато у меня энергии много. Ну давай, атакуй. Ага, атаковать решил он. Правда, теперь энергии нет. Но зато красиво. Моя очередь. Оп. Челшок. Да, прыгать нельзя, я забыл. Да ну. Только я комбо начал делать, и он мне его сбил. О. Тихо, тихо, тихо. Куда ты? Куда? Не вздумай меня побеждать снова. Да ладно. Что ж ты творишь? Все. Вот это вот, это был очень быстрый удар. Да, довольно резкий. И мощный. Так. Ну, с кем бы нам еще сразиться? С кем бы еще сразиться? Во, давайте-ка сразимся вот с ним. Черный Манта. Сложно. Он же мощный персонаж. Вот давайте посмотрим. Кто сильнее, Рафаэль или Черный Манта? This is a waste of my time. Begin. Тик. Пропустил, хорош. Ага, видите что? Come on. Ага. Комбинация с помощью телепорта. Так, хорош, ну хорош. Он комбинацию мне испортил. А он силен. Что-то он вообще сильный. Силен, да. Тихо. Сильный что-то он прям, да? Ну-ка. Давай, накапливаем мощь. А, накажет, накажет. Отлично, отлично. Покушаем пиццу. А теперь... Let's go. Let's go. Вот это зря, по-моему, да? Опа.
Тихо. Попал? Да ладно. Хорошо. Оп. Убил? Нет, не убил. Давай, 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 попади. Да ну. Ага, попробуй, неудачник. Попробуй меня победить. Вот сейчас, вот сейчас. Все, победили, отлично. Да, сильно. Но надо бы еще победить его. Попробовать. Но он мощно сражается, да? Looking for trouble? 'Cause you found it. You'll be my first kill today. Let's take this to the streets. Этот. Ищешь неприятностей? Так ты их нашел. Да, 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 да. Рафаэль, это та еще неприятность, если он злой. Так, ну-ка, хватит. Видите, получается-то... Let's go, ага. Лови. О. А теперь попробуй, сделай телепорт. Я только хотел его блокировать. Что это такое? Что это такое было? Ничего не знаю. Опа, по голове прям. Так, злоба. В смысле? Ну я хотел просто усилить. Опа, наказал. Я тут. Мне не нравится это то, что он... Так. Ну, хорошо, что у меня хоть комбо получилось. Проиграть могу. Проиграть могу. И проиграл. Может быть, стоит третий раз попробовать сразиться? Потому что это явно интересно. Как я уже говорил, Черный Манта довольно сильный персонаж. Picking a fight? I run a delivery service for pain. Я доставщик боли. Опа, вот это комбо. Он даже попасть по мне не может. По ногам! Хитрец! Тихо. В смысле? Смотрите, как усилил-то. Отлично усилил, да? Let's go! Ну-ка, иди сюда. Чё он такой хитрый? Оп! Let's go! Ага. И он все полоски потратит, что ли? Серьезно? Да, да ладно. Опять по ногам бьет. Контратака работает. Да хорош, что ты делаешь? Nothing swims between me and revenge.
Все. О, вот это красиво, смотрите сейчас. Ты что делаешь? Не-не-не-не-не. Оп, лови. Вот так вот. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, на этом пока что все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. И помните, что видео на моем канале выходит каждый день. Всем пока.